надо ему в приложении 5 звезд поставить. За пунктуальность. Не успели прийти, он уже работает. Всегда бы так. Моя мать плохого не посоветует. Моя бы орала, зачем тебе шашлычник? Ты мужик, сам шашлыки готов. Главное, чтобы вкусно было. Ну, не знаю, я не так себе его представляла. Помоложе, что ли. А этот, ну, такой, ну, не шашлычник. Ага, как маньяк. Да! Да вы только представьте! Возвращаюсь я как-то домой с прогулки. Уже вечер. Оборачиваюсь и вижу его. Да его просто жена в магазин за хлебом отправила. Я иду, и он за мной. Я ускоряюсь, и он ускоряется. Становится страшно. Я бегу в подъезд, чтобы спрятаться, и он тоже бежит за мной. Да он просто хотел попросить тебя придержать ему дверь. Нет! Он забегает со мной в подъезд. Я заскакиваю в лифт, а он за мной. У него в руке блестит огромный нож. Не нож, а просто ключ от его квартиры. Ян, проверь зрение. Это просто какой-нибудь твой сосед. Да ну вас, с вашей бдительностью вас и убьют, а вы и не заметите. Да какой из него маньяк? Он же божий одуванчик. О нет, это точно не божий одуванчик. Мне кажется, он столько женских сердец в свое время разбил. Я вся такая при параде. Захожу в зал, а там он. Пиджачок, брючки, шикарная роза. Ну просто мачо. На фоне играют нотки танго. Я подхожу к нему. Он протягивает мне руку, и мы без всяких раздумий начинаем танцевать самый горячий в мире танец. Между нами бушует огонь. А потом его хватает радикулит, и ты так же жгуче и страстно пытаешься вызвать скорую. Нельзя дедуле так перенапрягаться. Это вам не шампуры таскать. А с чего вы вообще взяли, что шашлычник — это его основная профессия? Может быть, это его хобби? Кто он, по-твоему? Программист, что ли? Не, электрик. Жарку делает. Автомеханик. Не автомеханик. Авиамеханик. Отвечаю, если этот мужик притронется к технике, то все взлетит на воздух. Да тебе кажется. А вообще, я его уже где-то видела. В страшных кошмарах. Да нет же. Нет. Да. Все понятно. Уже нервы сдают, да? Да, нервы сдают. Приехали. Да не у меня сдают. Вообще ни у кого не сдают. Это группа. Какая группа? Отечественная рок-группа. Нервы сдают. У меня папа в 80-х фанател. Знаете, сколько дома плакатов? Этот мужик явно оттуда. Это ж сколько у него концертов было. А сколько фанаток. Эх, жалко, что теперь только шашлыки готовят. Прошла популярность. Не хочу тебя расстраивать, но этот мужичок максимум на какой-нибудь шансон потянет. Так что ты явно ошиблась. Да знаю я, но было бы круто. Могла бы папе похвастаться. Папа! Что? Посмотрите. Вот ты когда сказала, что его где-то видела, я стал присматриваться. У него такая же родинка. У нас в роду у всех по мужской линии такие есть. Хочешь сказать, что это твой потерянный дед? Не дед, отец. Я так долго ждал, когда же наконец мы с ним встретимся. И вот, он нашелся. Да это просто сосед за солью зашел. Че ты сразу на него набрасываешься? Да ну вас! А если это реально мой отец? Да у него даже не родинка на руке. Это всего лишь пепел от костра прилетел. Это, конечно, очень круто, но шашлык уже должен быть готов. И неважно, кто его приготовил.
пианист, слесарь или дворник? Здравствуйте. Я из агентства «Вкусный день». Это же вы шашлычника заказывали? Извините, пожалуйста, за опоздание. У меня заказ был на другом конце города. Через 30 минут все будет готово. Не сочти за чертовщину. Мы меняемся местами. Я ведь знаю, в чем причина. Мы не знаем, кто мы сами. Наши страхи всегда с нами. Мы без повода кричим. Если б знали, кто мы сами, так и не было б причин.